Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в этом зале на торжественном приеме, посвященном 250-летию нашего родного и любимого города Батайска. Мы сегодня собрались здесь, чтобы отметить батайчан, которые внесли свой вклад в экономическое, культурное и духовное развитие города Батайска. Знаете такую народную пословицу: «Где родился, там и пригодился». Так эта пословица является жизненным постулатом города Батайска. За 2,5 века все, чего добился город, все, что сделано, это все благодаря труду наших батайчан. За последнее время, как вы видите, все в городе сделано немало. Это и в фильме было продемонстрировано, начиная с весны, как только возможность была, провели торги и до сих пор должны вести ремонт дорог. Капитально ремонтируем школы, детские сады, занимаемся благоустройством для комфортного проживания и отдыха жителей нашего родного города. Впереди у нас еще много чего нужно сделать и для развития и образования, и здравоохранения, экономики. И все это ради нашего будущего поколения. Мы показывали малышей, а за последние, за 6 месяцев текущего года родилось 976 юных батайчан. А в прошлом году за этот же период было 794. То есть разницу чувствуете, да? То есть город растет, дети рождаются. И мы, кстати, я уже говорил об этом, но не перестану этим гордиться, что единственная территория среди городов и районов Ростовской области, где естественный прирост населения. То есть рождаемость превышает смертность. Поэтому нам с вами есть ради кого трудиться, не покладая рук. Огромное вам спасибо, дорогие друзья, за ваше трепетное отношение к городу. Я хочу пожелать вам, вашим семьям благополучия, добра, и чтобы каждый новый день был интереснее, лучше предыдущего. Всех с юбилеем города Батайска, и пользуясь случаем, приглашаю в субботу на самое основное наше торжественное мероприятие с галоконцертом, с фейерверком, которое будет проходить на нашей центральной площади. С праздником вас!